Сказали, как его зовут, кто с ним дружил, кто пытался обмануть и, конечно, кто написал сказку о деревянном мальчике, как в русской литературе, так и в зарубежной. Библиотекарь Екатерина Тишина рассказала пятиклассникам 81-й школы о приключениях Пиноккио Карло Колоди и «Золотом ключике» или «Приключениях Буратино» Алексея Толстого. Основную часть занятия, конечно, посвятили книге известного советского писателя, который, кстати, родился в январе 1882 года в Самарской губернии. Мероприятий много разных проходит по произведениям русских классиков, зарубежным тоже каким-то книгам, для детей, для взрослых, поэтому мы всегда всех ждем. Подобные мероприятия, они, в принципе, позволяют узнать много нового, как-то ребята могут себя проявить и, в принципе, весело и с пользой провести время. Арт-час в гостях у Буратино прошел в Центральной городской библиотеке имени Крупской. Это, конечно, очень увлекательно, что в библиотеке, после того, как ее отреставрировали, прямо в новом формате, и хорошо, что проводят такие мероприятия. Здесь очень красиво, интерьер просто потрясающий. Но и хорошо, что осталась все-таки вот эта старина, это именно книги, которые здесь были раньше, новые книги также здесь тоже есть. Занятия для пятиклассников подготовили в творческом формате. Школьники отгадывали загадки, разыскивали монеты, за что получили детали будущей обложки книги о золотом ключике, и фломастеры, чтобы эту обложку самостоятельно украсить. Светлана Кудрявцева, Петр Паламеев. События.